Добрались таки мы в итоге до Балтийского берега. Это работодатель тех наших так называемых работорговцев и бедных наших рабов. Поговорили мы с HR, которая, ну, выслушала, сказала, что примет меры, но боюсь, что не совсем все это будет так, потому что, насколько я понял, у них сами по себе зарплаты не такие уж и высокие, я так примерно понимаю, ну, исходя из чего приходится по ходу вот этим работорговцам экономить на всем, а когда начинают хоть чуть-чуть экономить, уже все, там уже мира ничего не знает. Хотя 2000 рублей она за смену сказала, учитывая работоспособность наших граждан, которые 30 дней в календарном месяце могут работать, это будет около 60 тысяч рублей. Ну, понятно, что надо где-то жить, понятно, что надо регистрацию патент за свой счет делать, но это в любом случае намного дешевле и дешевле. Поэтому вот Балтийский берег, оставит он внизу номера телефонов прямого завода, можете сами приходить напрямую сюда, делать патент, я так понимаю, она сказала... Надо сделать рыбообработчик. Рыбообработчик, и можете сюда приходить на работу, прям если вам всем хочется работать в этом Балтийском и берегу. И надо отметить самое главное, что даже за эти аутсорсинговые компании, которые привозят людей, все равно ответственны Балтийский берег. Такая компания, знаменитая и большая, не должна работать с такими подрядчиками. В этих компаниях люди попадают постоянно в рабство. Да, добавить? И если у вас есть, вы занимаетесь, мы вас всех называем работорговцами, но есть порядочные HR-компании, которые обеспечивают людей работой, а есть непорядочные, да? И если у вас есть HR-компания, вы можете напрямую с Питером согласовать и обеспечить трудовую силу. Но если вы также будете заниматься, как вот эти, мы за вами придем тоже. Рано или поздно. Рано или поздно. Спасибо вам.